оставил. Вот эти лавины. А что говорили, не разрезали, пропускают свободно проезд. Уже разрезали, расчистили. Туннель сделали. Представляешь? Да, это одна лавина. Вот первая лавина, это вторая лавина. Причем объезд вот тут был, почему не был. Вот тут я объезжал. Слушай, а машина вот туда же выезжала, да? Я вон там ездил, видишь? Ага. Вот это первая лавина была. Да, высоченная. Смотри какая. И широкая, смотри какая. 80 метров, что ли, лавина? Так уже сколько разрезали ее? Все давно. Вот шаги бухарские, уже свободно все машины идут. Вот тут мы не проедем. Почему? Или проедем? Не знаю. Вот это вот большая лавина. А, тут видишь, она узкое место. Ты представляешь, что тут? В реку сталкивают люди. Ага. Все снимаешь, да? Да. Все это. Понятно. О, отсюда колонна стоит. А отсюда, а как же? Такит! Такит! Поехали! Некогда ему. Будут. Что говорит? Интервью будут брать? Да, прямо в рот. Вот тут вот еще что-то творится. Не пускают. Они загородили дорогу. Движение в притирку. Thank you.
ситуация. И так до самого Таругарта. Да, тогда не надо, да. Да. Вот это первая лавина, которая сошла. Это средняя, там еще одна. Средняя, это лавина первая, которая сошла. А, раньше она по времени? Вот та, да. А третья вот эта. Тебя держала вот эта лавина, да? Да. Я вот тут съезжал, вот там, вон по той дороге я бежал на Фольксваген. Там и бежал. Отваливаются куски. Да. А будет таять, будет отваливаться. Это поменьше. Тоже объезжали его дорогами сбоку там. Может так тоже съесть. И только танком вытаскивать. Ага, все уже отгабывать.